Открытая Митинск. Добрый день. Телефон в колл-центре не замолкает ни на минуту. Звонки поступают один за другим, стоит лишь оператору положить трубку. С понедельника здесь заработала горячая линия по начислениям за тепло. С 11 января, с часу дня, начали принимать заявки по вопросам начислениям по услуге отопления. Заявки принимаем круглосуточно. Менее чем за сутки на горячую линию дозвонились более 500 горожан, не согласных с суммой начисления в платежке. За первый день работы горячей линии позвонили 338 жителей. Около половины из них обратились вечером после 5. В каждом случае оператор фиксирует контактные данные обратившегося, уточняет размер начисления и площадь жилья. Далее по каждому случаю направляют запрос в Татэнергосбыт, запрашивают реестр потраченной тепловой энергии и полное разъяснение за произведенное начисление. Из-за большого количества заявок от жителей и загруженности телефонной сети у нас многие жители жалуются и не могут дозвониться до нас. Тем не менее, также у нас решается вопрос о многоканальности телефонной линии. Многоканальная линия позволит дозвониться по номеру большему числу абонентов. Номер будет прежним и точно так же будет работать круглосуточно. Какое время займет процесс обработки заявок, пока сказать сложно, так говорят сотрудники департамента, поскольку число обращений растет и каждое обрабатывается индивидуально. Линия будет работать, пока специалисты не рассмотрят все заявки. Елена Марданшина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.